получили самую мощную, самую долгожданную пушку для унижения рейдовых боссов. А теперь будем разбираться в том, как ее улучшить, а заодно и расскажу о секретном корабле с задания «Шепот» и о том, как его получить. Меня, кстати, по-прежнему зовут Джонни Лейни, и ты на канале Triple Vibe. Итак, в прошлом видео я рассказал о секретном внезапном квесте, который ведет к получению снайперской винтовки «Шепот червя». Чтобы понимать, о чем идет речь в этом видео, настоятельно рекомендую посмотреть сначала его. После прохождения испытания и получения долгожданной награды, на карте Ио для вас откроется героическая версия этого задания. На героике вы сможете выбить катализатор, чтобы сделать ваш новый экзотик абсолютом, а также тут можно получить некий корабль. Но все не так просто. Во-первых, катализатор. Сначала его нужно выбить, для этого просто пройдите шепот на героике за 20 минут. Не сказал бы, что он сложнее обычного, мы вообще его пролетели с первого раза, используя свеженький шепот червя. При наведении на ячейку с катализатором вы увидите, что для его активации требуется получить некую зараженную сущность. Делается это, вы не поверите, все в том же задании шепот героической сложности. А теперь рассказываю как. Я записываю! Нам предстоит отправиться в локацию на поиск скрытых сундуков, прямо как Bolt of Glass, если ты понимаешь, о чем я. Проходить само задание при этом не нужно, то есть никакой стрельбы, никаких боссов. Всего нужно собрать 5 сундуков, а затем, решив небольшой пазл, забрать награду из 6-го. Из каждого сундука вам будет падать небольшое количество этой сущности. Всего в неделю можно собрать до 36%. Это за сбор сундуков и за дальнейшее прохождение героика. Сейчас я покажу расположение каждого сундука. Смотри внимательно. Хотелось бы отметить, что четвертый сундук самый труднодоступный. Прыгать по выступам на отвесной стене очень непросто. Тяжелее всего, наверное, придется варлокам. Охотникам тоже следует быть внимательнее. Тут очень просто отлететь от стены, сорваться вниз и разбиться. Тогда придется совершать подъем с самого начала. Thank you.
Собираем сундуки и выходим на большую локацию с оракулами. Да-да, мой старый друг из Destiny 1, те самые оракулы из твоего любимого рейда World of Glass, все с тем же звуком, снова рядом. Кстати, обратите внимание, если вы собрали не все сундуки, например, пропустили последний, то оракулы тоже появятся не все и выполнить задание не получится. Но ты же молодец, ты же все сделал нормально, ну? А значит, в воздухе перед тобой будет появляться ряд из 7 оракулов. Когда они появятся все одновременно, нужно будет стрелять в определенные из них в четкой последовательности, слева направо. Для этого используйте лучше винтовки разведчика и на всякий случай возьмите в первый и второй слоты такие винтовки, а то патроны кончатся, обидно будет. Всего отстрелов будет 3, то есть появляется ряд оракулов, стреляете, исчезают, снова появляется, снова стреляете по другим и так 3 раза. Очередность сейчас на ваших экранах, советую записать или заскринить. Как только вы сделаете все правильно, появится последний сундук, из которого кроме такой же сущности вы получите еще и загадочные чертежи. Это и есть некий крафт-предмет для будущего корабля. В описании чертежей вас просят завершить задание «Шепот» с разными недельными модификаторами на урон. На этой неделе электрический. Выполните его, просто еще раз пройдя «Шепот Героик». Соответственно, в следующие 2 недели, выполняя героические миссии «Шепот» и собирая все сундуки, которые, вероятно, будут менять свое местоположение, вы выполните все задания на катализатор и получите новый корабль. Так или иначе, я продолжаю следить за этим квестом и расскажу вам, если на следующей неделе, например, изменится какая-то механика. Повторюсь, мне очень по душе такая активность в игре. Так что оставайтесь на связи, не забудьте подписаться на канал и вступите в группу ВКонтакте. Там у нас и новости оперативнее появляются, и конкурсы проводятся. Интересно, в общем. Ссылка в описании к видео. Пока!